канале Ксю Крива и Манкул. И сегодня мы будем снимать челлендж, кто быстрее проедет на самокате от напитка Red Bull. Короче, погнали! И у нас такие правила. Мы соревнуемся, кто быстрее проедет круг на время. А пока мы на самокат. Пока нам нужно размяться чуток. Смотрите, мы проедем вот круг, и потом за сколько времени мы засечем время, сколько мы проехали. Каждый попробует проехать. Потом мы выпьем напиток и проверим, мы проедем быстрее или нет. Короче, поехали. Дальше. Победила Ксюша! Да. Итак, первая приехала Ксю Кримарк. И мы проверим, он сможет проехать, он сможет обогнать Ксюшу, если он выбьет этот напиток, и проехать быстрее. Сейчас мы это узнаем. Короче, вот вам это. Победа сколько-то и это. Что лучше? Давай. Все, так, теперь мы сейчас его поставим сюда и проверим, Лёва сможет проехать быстрее или нет. Потом и... Ксюшу даже на очень много. Наверное, эта штука даже очень прикольная. Да еще. Нет. Теперь я буду соревноваться с Ксюшей и посмотрим. Давай, я должен. Нет. Так, давай сегодня назад. Нет, ты там что-нибудь видишь, я не знаю. Наверное. И Ксюша приехала первая, так что Матвей будет пробовать этот напиток. Короче, сейчас я выпью и проверим, я стану быстрее или нет. Этот энергетический напиток Red Bull мне очень поможет. На старт! Внимание! Марш! Помогают, чтобы вы стали чуть-чуть посильнее. Если вы, например, опаздываете в школу, или вы, может, вообще на работу ходите. Так что купите энергетический напиток, Red Bull, например, и вы точно никуда не опоздаете. И станьте умным при этом. Да, и еще
Не пейте пиво, а то вы станете помедленнее. Короче, я думаю, вам понравится. Друзья, сейчас вы можете просто посмотреть, как мы катаемся тут, на этой площадке. Сзади там. Ты сидишь, как я вот так поеду. Этот? Да, этот. Сейчас будет. Лёва, как тебя зовут? Ладно. Сейчас у нас будет прыгать с Левку. Короче, давай. Подписывайтесь на канал, но у меня там еще никаких недостатков нет.